Автогрейдер, бульдозер, экскаватор, тяжелая дорожная техника вышла на грунтовую дорогу, которая соединяет мыс Кунгасный и улицу Нефтеветка. Работы ведутся на участке от улицы мыс Кунгасный 5, строение 6, до улицы 7 Нефтеветка, 4А. Специалисты компании-подрядчика уже выполнили планировку площадей механизированным способом, очистили обочины. Для отсыпки участка дороги потребуется более 1700 кубометров смеси. Ведется реконструкция по дороге. Провели, изначально подготовили черновое покрытие, прошли ее грейдером-бульдозером. Вот сейчас ведется отсыпка смесью С5. Вот, где смогли, там расширили немножко дорогу, ну, по возможности, чтобы проезжало хотя бы два автомобиля. Вот, сейчас полностью ведется отсыпка. В дальнейшем будет проходиться вибро-укатка катком. Дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки задумана как дорога-дублер. Она должна частично разгрузить транспортные артерии города: Океанский проспект, проспект Столетия Владивостока, Некрасовский путепровод. Параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект Столетия Владивостока в районе стадиона «Строитель». После отсыпки дороги песчано-щебеночной смесью планируется проложить водопропускные трубы, устроить основание дороги из скального грунта, очистить обочины и нарезать кюветы, вывести мусор и провести обрезку деревьев. Все, что попадает в проект дороги, планируется снести. Сначала это предложат сделать владельцу, а если он не откликнется, то администрация будет справляться за счет собственных средств. Завершить работы на участке от мыса Кунгасного до улицы Нефтеветка подрядная организация должна к концу февраля 2018 года. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, новости на восьмом.